Я сейчас оказался в очень непростой для себя ситуации. И, ну, в конце концов, мне просто очень интересно. Мы кудревьем, мы платьишьем. Я пришла на эту программу, чтобы получить новые эмоции. Побороться за жениха. Жениться. Ну, это точно не фейк, это не подстава. Все привыкли к окнам, ко всем подглядываниям, к реалити-шоу, когда видят на экране одно, в журналах читают о другом, в газетах пишут о третьем. Все-таки у нас не желтая программа, у нас нет задачи кого-то удивить, все. Поэтому, когда говорят, у вас актеры, я говорю, если бы у нас так актеры играли, когда у них бледнеют губы, когда у них случаются просто настоящие живые истерики, им бы всем бы надавали Оскаров. Я горжусь тем, что наша программа действительно объединяет сердца, по-настоящему. Люди не только у нас знакомятся, но у нас есть много пар, которые встречаются, общаются, живут вместе, расписались, дошли до ЗАГСа. Есть пары, которые родили детей уже вместе, и это не единственный случай. Мне действительно приятно осознавать, что мы работаем не просто так, не впустую. Даже если на программе не случается ситуации, в которой один человек выбирает другого, у всех героев есть шанс понравиться зрителям. А это значит получить кучу писем в свой адрес, получить внимание, интерес. И я абсолютно точно знаю, что многие нашли свою судьбу, даже не будучи выбранными на программе. Потому что вернулся бывший муж, который вдруг увидел, какая супруга прекрасная. Женщина с четырьмя детьми, которую наш жених побоялся выбирать, нашла свою судьбу просто буквально в соседнем подъезде. И вышла замуж, в общем, тоже можно считать благодаря программе. И таких примеров, ну, просто масса. Программа «Давай поженимся» очень активно участвует в моей личной жизни. Но первый, скажем, первая встреча с бывшим супругом была не столь удачна, хотя, в принципе, винить программу здесь не за что. За 2 месяца быстро выходить замуж, результат один и тот же. То, о чем мы каждый раз говорим и рассказываем нашим невестам. Опыт я это получила. Более того, также программа «Давай поженимся» дала возможность второй раз испытать некое чувство даже влюбленности. Но опять, уже наученный собственным опытом, я уже не стала торопиться, поэтому я тестировала своего жениха. Он приходил к нам героем, к невесте. Кстати, невеста его выбрала. Потом он специально пришел для того, чтобы со мной познакомиться и передать свой телефончик, пригласить меня в ресторан. В общем, у нас закрутилось. Когда мужчина говорит женщине после 2 месяцев знакомства, что он хочет с ней дружить, ну, здесь однозначно, что мужчина не собирается строить какие-то более серьезные отношения и не рассматривает ее с точки зрения женщины. А мне время терять и дружить, я с мужчиной не дружу. Я их использую по назначению, собственно говоря. О, у нас сегодня будет весело! Уже очень будет весело. А что-то надо еще говорить? Я очень не хотел бы только вот такого дешевого эффекта. Я, конечно, мог бы сейчас сказать, что все, я счастлив, я сделал выбор своей жизни. Вера, 25 лет. Очень рано осталась без родителей, все заботы о младшем брате взяла на себя. Серьезные отношения строить было некогда, но сейчас пришла в программу «Давай поженимся», поскольку считает, что главное для женщины – это все-таки семья. Вера работала менеджером по продажам, моделью, сейчас находится в творческом поиске. Играет на виолончели и фортепиано, любит отдыхать на природе и завтракать в доме престарелых. Мечтает дать достойное воспитание детям. Для Веры духовные качества мужчины намного важнее его внешности. Выйдет замуж за спортивного брюнета, которому она захочет родить много детей. Когда вот вы вступили в ту самую девичью пару, влюбляться, вы влюбились? Да. И что там случилось, почему не поженились? Наши отношения не были сбалансированными, потому что я была очень непостоянно, скорее всего. То есть я очень... Вам хотелось гулять, никто над душой не стоял, не говорил, чтобы в 11 была дома, иначе получишь. То есть вы были сами себе хозяйкой, вы были предоставлены самой себе. Вам хотелось просто погулять. Ну, у нее тут как раз папа и получился из ее молодого человека, он был старше ее. И он, кстати, воспитывал очень хорошо ее брата. Второй жених был полная противоположность первому жениху. Угу. То есть он был... веселым. Очень веселый, любил кутежи. А это вы ему сюрприз устроили, когда все обмазались блесками, которые потом были везде? Да. А везде в его доме или в вашем? В его.
Вы жили у него? Я пришла к нему в гости и обсыпалась вся блестками. А мама была в этом же доме, да? Да. Его родители там. Вот ей-то оттирать-то. Да. И потом он просто позвонил мне и сказал: я не знаю, что мне делать, у меня все в блестках. Это ничем не оттирается, ничто не помогает. Моя собака в блестках. Если вы будете тусить своей подружкой с Каролиной, которая мало вас чему может научить, подсказать, направить, если вы будете ходить с этими трубами, с сердечками, с блестками, бла-бла-бла, понимаете, то вам попадется еще раз один такой же придурок, который вам по телефону скажет: ты мне здесь испачкал всю квартиру, и собаку, и зубную мамину щетку. Вы должны... 25 лет — это уже дофига, понимаете? 25 лет — это много. Где вы? Вы настоящие. Знаете, от чего у вас проблемы говорить? Вы не читаете нифига никто. Да, это правда. Не читаете. Говорить, да. Вы сидите либо... Понимаете, либо еще же. Вы не читаете. Поэтому вы мысли свои не можете выразить. Ребят, ну не 20 же слов у вас должно быть в вашем запасе. Здравствуй, Вера. Здравствуйте. Если мы подойдем друг к другу, я думаю, мы заведем новую традицию. Мы будем всегда завтракать дома утром. Спасибо. Можно вас спросить? Угу. Вот мы с Верой сейчас очень интересуемся именно духовной практикой, мы ведем духовную практику. Угу. В ведах говорится о том, что непосредственно самое важное между мужчиной и женщиной — это когда они связаны непосредственно духовной практикой совместной. И потом в итоге вообще, может быть, сексуальных отношений не будет. Мы хотим, например, к этому прийти. В основном духовная практика, она, это, наверное, самое сильное вообще, что может скреплять семейные отношения. Абсолютно нет. И вообще, абсолютно основном... нет. Знаете, вы без хребта, абсолютно. Вот сегодня вас Каролина куда-то хочет завести, потому что через каждое слово фраза духовной практики — это уже чрезмерно. А как давно сексом вы не занимаетесь? Кстати, да, вот интересно. Может, вам правда секс нужен, чтобы вы проснулись? Может, настоящий, может, нормальный... крыша поехала? Да, Бог его знает. Нет, реально. Танцевал с вами, я смотрел ваши глаза. Я понял одну вещь. Вы мне не подходите. Так сразу? Вы так сразу готовы принять решение? Я смотрю в глаза людям. Я специально потанцевал, чтобы посмотреть на нее вблизи. И что? Моего там нет. Спасибо, приходите в свою комнату. Спасибо. Никакая. Вообще никакая. Стоит ли обсуждать, как вы считаете? А знаешь, Таря, ну, мне кажется, вот очень хорошо, прям в классическом варианте, такой тип женихов называли Влад. Дело в том, что она вам могла взять и сказать: странно, что он обратил на тебя внимание. Ему всегда нравились патологически худые женщины, модельной внешности. И что он в тебе нашел? То есть она просто вела себя по отношению к вам по-хамски. Я другого не могу определения найти. Да? А вы жаловались своему парню? Я не тот человек, который будет жаловаться. Послушайте, вы не тот человек, который выясняет отношения, тот человек, который будет жаловаться. А какой вы человек? Я делаю глупый, потому что нужно говорить своему молодому человеку, нужно разговаривать. Если вас обижают, даже если это мать вашего возлюбленного, нужно говорить: вы причиняете мне боль, я не заслуживаю этого. Если правда, я не так помыла посуду, я с удовольствием перемою, но, пожалуйста, говорите со мной уважительно. Ну, как-то нужно, ребят, за себя защищать. И вот когда вам все это надоело, вы решили от него уйти? Не совсем так. Я решила уйти не потому, что мне все это надоело, а потому что я поняла, что человек меня не любит. Даш, скажите мне, пожалуйста, вот я вся из комплексов и фобий, вся абсолютно. Ну, в моей профессии это мне скорее помогает. А вам? Вот у вас есть какие-то комплексы, которые вам мешают жить? Да. Какие? Мне кажется, что я не умею себя оценить по достоинству. Угу. Не умеете ценить себя по достоинству. То есть... Но этому можно научиться. Да, это нам мужчина только повышает или занижает нашу самооценку? Не, ну мне кажется, не совсем открыто, как себя
подает на самом деле. Мягко стелет называется. Да. Вот. Все будет по ее, упрямо, у нее такое. Она упрямая, видно, считывается все. Что вы скажете? Не знаю, мне не понравилось. Почему? Не его это человек. Не его типаж девушки. Угу. В характере что-то насторожило? Как-то, не знаю, получилось у нее в предыдущих отношениях. А вы что думаете, что было миллион предложений пожить, повстречаться? Девчонкам трудно сегодня найти себе молодого человека? Очень трудно. Не каждый позовет пожить. Ну, на самом деле... Попался подонок, наркоман. Неизвестно тоже, с какой целью она за него зацепилась именно за такого. Понятно? Другого не было. Другого не было. А годы идут. Вот. Почему? Вам еще раз сказать? Нет, потому что прикус понял. Нужно менять. Не расстраивайся. Можно к вам? Можно к Дашке подсяду? Дашунь, что так? Ну, Мазатый, чего? Слезы? Почему? Скажи мне, пожалуйста, что такое? Ну, расскажи, посмотри на меня. Почему? Плачем. Боишься брекета ставить? Больно будет? Всем больно, все носили. Нет, я просто считаю, что это моя изюминка. Я носила пластинку в детстве. Да нифига это никакая не изюминка. Как не изюминка, мой лишний вес. Послушай, вот я такой жиртрез, понимаешь, моя изюминка, все худые, а я буду ходить такой. Нет, это наша распущенность, наша лень. Недостаточно.